Наш следующий спикер – это президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Александр Григорьевич, не знаю, слышали или видели вы ролик, который показывали перед началом. Там ссылка была, что евразийская интеграция началась в 1994 году с соответствующего выступления Нурсултана Абишевича Назарбаева в Московском университете. Но вот я помню вашу первую инаугурацию. Я тогда возглавлял делегацию российскую на вашей инаугурации, по-моему, июль 1994 года был. И могу, так сказать, с уверенностью сказать, что вы патриарх интеграционных процессов на постсоветском пространстве не в меньшей степени, чем президент Назарбаев. И, безусловно, поскольку вы стояли у стоков интеграционных процессов, я помню, как вы хотели сохранить экономические связи на постсоветском пространстве, и вы в этой связи можете оценить, что удалось сделать, что нет. И все-таки, как вы оцениваете современный этап развития евразийской интеграции? Ну и в частности, учитывая специфику экономики Республики Беларусь, какую роль играет промышленная кооперация в обеспечении технологической безопасности и технологического суверенитета в странах ЕАЭС? Ну и какие направления будут приоритетными для Беларуси в ближайшее время? Александр Николаевич, спасибо, что вы окунули нас в историю евразийства нашего. Если уж говорить откровенно, я как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов, так вот должен вам подсказать, что наше евразийство, ЕАЭС нынешний, ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина. И действительно было так. Вот он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хорош. Я помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма, хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе. Но, тем не менее, аж 28, по-моему, документов, Владимир Владимирович, мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла. Заслуга Нурсултана Абишевича заключается в том, что как бы мы ни пытались порой, особенно Россия в те времена, придать нашему союзу некий политический характер. Может быть, чуть-чуть военно-политический характер. Он всегда, Нурсултан Абишевич, держал нас в рамках экономического союза. Ни шагу ни влево, ни вправо. Мы создаем экономический союз, поэтому только экономика. Но поскольку решения принимались всегда консенсус, мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день. Ну, Александр Николаевич, что так... Поскольку вы подняли этот вопрос, я думаю, к месту было бы об этом сказать. Уважаемые друзья, уважаемые участники, полагаю, что здесь присутствуют, искренне говорю, это крупные специалисты, экономисты, сторонники нашего евразийства. Есть люди, которые думают иначе, замыкаясь в национальных рамках, но тем не менее люди заинтересованные собрались в этом новом зале. Как было сказано предыдущим оратором, президентом России, проведение Евразийского экономического форума, приуроченного к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, уже стало новой традицией, становится новой традицией, хорошей традицией. В последнее время мир живет в обстановке постоянной напряженности и неопределенности. Это тоже, естественно, в переходный период. От старой, скажем, эры к новой, к которой мы стремимся, имя которой – многополярность. Кризисы – финансовый, пандемийный, геополитические – сменяют друг друга так быстро, что люди просто не успевают перевести дух и теряют, к сожалению, уверенность в завтрашнем дне. В экстраординарных условиях мощным якором всегда является стабильная экономика. Но экономические границы любого государства сегодня настолько прозрачны, а торговые сети до такой степени переплетены, что добиться экономической устойчивости в одиночку
практически невыполнимая задача ни для одного из государств. Поэтому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Ну, к примеру, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН. Поскольку сегодня мы находимся на площадке Евразийского экономического форума, то и говорить будем про актуальные для нас темы, связанные с интеграционной повесткой. Да и модератор наш тоже задает тон в этом направлении, поэтому будем придерживаться этого курса. В связи с этим первое, что я хотел сказать. Международное позиционирование нашего Союза. С момента обретения независимости Беларусь всегда была в авангарде интеграционных процессов. Один из приоритетов для нашей страны, для всего нашего Евразийского Союза – укрепление региональных и трансконтинентальных альянсов. Это новые центры силы формирующегося многополярного мира, готовые отстаивать свои интересы и собственные пути развития. Центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран. Это естественно. Там прежде всего будет развитие. Это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят и вполне заслуженно полноценно участвовать в международном разделении труда и добиваются достойной оплаты за свою работу. Это все понимают. Вот посмотрите, Россия, наверное, раньше всех это поняла, начала активные контакты с африканскими государствами. Мы также пытаемся сотрудничать с ними. Все рванулись в Африку. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад и Соединенные Штаты Америки. Министерство иностранных дел России, да и другие причастные к политике, знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс, не пустить Россию в Африке. Но и вы, наверное, хорошо понимаете, знаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны, поэтому оттуда, там будет будущий полюс нашего развития, очень активный. Но это не значит, что мы развиваться не будем. На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате Евразийского нашего союза, ШОС и БРИКС будет способствовать созданию крупнейшей коалиции государств. Если мы, как народе говорят, не прошлепаем, если мы не проспим, к чему это? Пример. В БРИКС сегодня поступило, наверное, Владимир Владимирович, больше десятка уже заявлений, а может и больше. Страны хотят вступить в БРИКС, хотят объединиться, видят в этом будущее. То же самое происходит в Шанхайской организации сотрудничества. Ну, а мы в ШОС, и они в БРИКС. Россия является членом БРИКС. Они что? А там полное торможение. Там все отдано на откуп тем чиновникам, которые якобы управляют в аппаратах этих структур. А сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, и побыстрее надо желающих, ну, скажу прямо, подбирать под себя. И тогда, если бы вот БРИКС развернулась, если бы ШОС развернулся, посмотрите, почти 40% Шанхайской организации сотрудничества потенциала экономического накопленного уже и какое количество там населения. Если бы эти организации действовали быстрее, совершенно иная политика была бы в Организации Объединенных Наций. Мы ее все чаще критикуем. Но, к сожалению, заместить ООН сегодня нечем, можно критиковать. Но взамен ничего нет. Ну так не ради замены, а ради того, чтобы посмотреть, ну а что будет дальше, нам надо быстрее идти в этом плане. Не столько нам, Беларусь, а им, крупным государствам, БРИКС и ШОС. Упустим время, мы его никогда не наверстаем. Тот, кто сейчас быстрее бежит, тот будет в авангарде в течение пару десятков лет. Поэтому вот надо совместить интеграционные усилия. Я не зря поднимаю этот вопрос. Владимир Ильич, вот не надо России опускать низко голову в связи с ситуацией сложившейся. Как раз Россия может стать очень сильным локомотивом
и в ШОС, и в БРИКС в придании динамики развития этих организаций, ну и, возможно, о чем мечтает прогрессивное человечество в будущем, и объединение их. Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то, что тут Запад кричит во всех средствах массовой информации против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру. Россия идет в авангарде этих процессов, ну и мы рядом. Поэтому нам надо действовать в этой ситуации. Ни в коем случае не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая складывается сегодня в мире. В самом мирном и конструктивном смысле этого понятия. Будет союз стран, объединенных стремлением к экономической, политической стабильности, обеспечению новой архитектуры международной безопасности. Тем более, что ряд государств СНГ, ЕАЭС входят одновременно и в ШОС, и БРИКС, что закладывает прочный фундамент для успешного продвижения к той цели, которую мы хотели бы видеть. Для развития полноформатных отношений ЕАЭС с приоритетными региональными объединениями дружественными третьими странами необходимо сделать несколько важных шагов навстречу друг другу. Преодолеть, наконец, как мы часто говорим, это национальный эгоизм. Надо научиться идти на компромиссы. Выйти на договоренности о пошаговой либерализации условий взаимной торговли. Устранить барьеры, перейти на расчеты в национальных валютах, расширить зоны свободной торговли. Вот без создания более мощных БРИКС, ШОС, наших организаций ЕАЭС и, возможно, их как-то объединения, этот процесс, национальные валюты, зоны свободной торговли будут полумеры. Второе. Но это я сказал о позиционировании нашего ЕАЭС. Второе. Промышленная и технологическая безопасность, о чем наш модератор здесь говорил. Промышленная кооперация позволит создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а также формировать новые импортозамещающие проекты. Более четверти ввозимых в Союз промышленных товаров, примерно на 70 миллиардов долларов в год, может быть замещено продукцией национальных производителей. Огромный кусок, дай Бог освоить. Четвертая промышленная революция дает шанс для эффективной реализации импортозамещающих инициатив в реальном секторе экономики на региональном уровне. Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами, технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза. Для Беларуси приоритетными будут следующие направления, отвечая на ваш вопрос о Беларуси. А она что? Так вот о приоритетах Беларуси. Первое. Это развитие производства высокоточного оборудования, оснащенного современными электронной микропроцессорной компонентной базой и программным обеспечением. Реализация следующая совместных проектов по производству электронной оптической продукции, повышение внимания технологиям создания чипов, интегральных схем, технологий беспилотного управления, автоматизации и роботизации обрабатывающей промышленности. Мы это делаем с Российской Федерацией. Немало утрачено. Вот как микроэлектроники, часто об этом говорим, немало, но мы уже немало сделали в этом направлении. Вы заметили, третий год, как нас пытаются наклонить, ничего, практически все летает, что надо. Все взрывается и так далее, и тому подобное. Значит, мы что-то можем делать, и мы это делаем уже. Следующее, изготовление электромеханических систем, включая развитие технологий производства современных мехатронных и электромеханических компонентов, робототехнических систем, системы ЧПУ, а также литий-ионных батарей. Понятно для чего.
Это наша перспектива высокотехнологичности. Знаете, когда я бываю за границей, да и вот здесь говорю, многие думают, ну, слушайте, ну какая-то там Беларусь. Слушайте, что он говорит? Разве это реально? Разве это возможно? Это ж будущее. Я же не говорю о будущем, я говорю, что мы в настоящем это делаем. Почему? Это не потому, что мы, я и еще там кто-то рядом со мной сегодня такие великие. Это потому, что мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе. Беларусь развивалась именно как высокотехнологичная республика, где была электроника, оптика, математика и прочее, беспилотники, которые сегодня летают, радиоэлектронные борьбы, системы, если говорить об армии. Советский Союз у нас это развивал. И наша заслуга состояла в том, моя в том числе, что мы это сохранили. Как бы ни было сложно. Да, немножко подстали. Я часто привожу пример. Вот с президентом России часто встречаемся. Он все время говорит, ты знаешь, вот микроэлектроника, там сколько, 0,7 нанометров эти. Пока нет у нас. Но... Я говорю, подойдем производят в мире. Ну, и он всегда говорит, вот 0,7. Да, а у нас, говорит, нет. Ну, я говорю, хорошо. Мы будем объединять, сейчас сделаем это микроэлектронику, то объединяем с Россией, много делаем вместе. И я поехал к конструкторам. И тот, что так начал говорить, вот президент России нас упрекает, что мы же должны это делать, а мы это не делаем. И один конструктор, я вот за что купил, за то продаю. Он мне говорит, Александр Ильич, вы передайте Владимиру, что вы расстраиваетесь? Вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолет и ракеты? Я говорю, ну да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять. Он говорит, ну хорошо, у нас, говорит, чипы чуть-чуть побольше. Ну впихнем мы это, дословно, впихнем мы этот прибор в крыло самолета. Летают же, говорит, до сих пор и будут летать. Это человек, который создает это все, знает, как это делать. И вот он мне ответил на этот вопрос. Я углубился в эту проблему, действительно так. Поэтому не надо умирать, что мы где-то подстали. Надо бежать, надо догонять и надо создавать. Вот мы с президентом России и наметили такой курс, в частности, на примере микроэлектроники и того, что я перечислил в нашей промышленности. Но для этого надо доверять друг другу, надо быть вместе, надо быть ближе. Для этого и создан Евразийский экономический союз. Третье. Энергетическая безопасность. Развитие, углубление, интеграционное взаимодействие в энергетике, укрепление позиции ЕАЭС в контексте глобальной энергетической безопасности остается для нас важнейшим приоритетом. Убежден, что эффективная работа экономик наших стран немыслима без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам, инфраструктуре и их транспортировке. Мы должны во что бы то ни стало обеспечить реализацию недискриминационных подходов в области ценообразования на услуги естественных монополий на всем пространстве ЕАЭС. Четвертое. Информационная безопасность. Цифровая повестка Союза требует существенной актуализации. В первую очередь это касается интегрированной информационной системы Союза, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего Союза. Это должны создавать и контролировать мы, не отдавая на откуп американцам или западноевропейцам, как это было раньше. Подготовленные кадры и материально-техническая база у нас есть. Люди готовы в этом направлении работать. Необходимо начать разработку евразийской повестки в области информационной безопасности. Отмечу, что вопросы информационной политики пока не регулируются у нас договором о ЕАЭС. Это недостаток, и его нужно нам устранять. Пятое. Продовольственная безопасность. Основа основ. Евразийский регион обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия. Нам удается сохранять свободное обращение продукции и избегать введения ограничений на взаимные поставки социально значимых товаров. Уровень самообеспеченности по большинству продуктов уже сегодня составляет по Союзу. Недавно Владимир Владимирович проводил примеры по России, по Союзу.
80-95% по большинству продуктов обеспечено. По зерну 132%, по масличным культурам 151%. Излишки с удовольствием покупают на мировых рынках. Спрос на продовольствие колоссальный, и он растет. Но в этой сфере требует решения следующая задача. Во-первых, определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка государств-членов Союза за счет возможностей собственных действующих производств, их расширения и создания новых. Во-вторых, обеспечить сближение мер государственной поддержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов стран-участников. Третье, выйти на быстрое проведение цифровизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. Шестое, экологическая безопасность. Так называемая «зеленая повестка» активно используется контрпартнерами на Западе в качестве одного из инструментов давления и сдерживания экономического развития наших стран. Действующие экологические нормы Евро 5, 6 и все последующие не имеют ничего общего с охраной окружающей среды. В отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС, национальные стратегии устойчивого зеленого развития никого не ограничивают. Они подразумевают прежде всего модернизацию экономик, создание высокотехнологичных совместных производств, бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами, повышение экологической культуры, население ответственности бизнеса. Вот именно в таком ключе, мы полагаем, надо двигаться. Уважаемые участники форума, в заключение хочу еще раз подчеркнуть. Мы развиваем интеграцию не в целях какой-то конфронтации. Президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное, равноправное, безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы это не сделаем, будем плестись в хвосте. И нас будут постоянно вытирать ноги. Это наша общая цель. И мы готовы много работать для ее скорейшего воплощения в жизнь. Но еще раз подчеркну, сегодня самое главное – это время. Время – это уходит, жестоко уходит. Мы не можем отстать, и мы не должны отстать. И в этом большую роль может сыграть наш Евразийский экономический союз, поскольку он имеет колоссальные перспективы. Я бы даже сказал, перспективы не меньше, чем ШОС и БРИКС отдельно взятые. Поэтому немало надо сделать. Мы двигаемся в правильном направлении. Терпение и время, и скорость. Желаю всем участникам форума успешной работы и, самое главное, плодотворных контактов. Благодарю за внимание.